Ветеранов и инвалидов войны Куковки ждали сегодня в 5-й школе. Силами энтузиастов районного общества инвалидов при участии школьников был проведен праздник «Дорогами войны». Ветераны вспомнили свой нелегкий путь через Брест, Варшаву, Прагу на Берлин, зачастую прерываемый ранениями. Вечер фронтовиков Куковки закончился привалом и дружеским обедом с воспоминаниями на военно-полевой кухне.